В поселке Снежном близится к завершению строительства школы детского сада. К учреждению пристроен и третий корпус спортзал. Начальная школа рассчитана на 50 учащихся, детский сад на 30 мест. Напомним, генеральным директором-подрядчиком проекта является ООО «Мотоклей». Заказчик объекта – департамент СОТЭК мэрии Магадана. Строительство школы детского сада началось в июле 2019 года. В конце сентября этого года объект планируют закончить. Отопление 100% готово, полностью мы завели в тепло. Внутри у нас идет отделочные работы, практически на 90% мы сделали кладку газобетона, перегородки, полностью все это сделались. И на данный момент у нас активно идет фасад, вот видите, мы уже его утеплили, полностью сделали, сейчас осталось только его металлом закрыть, и идет полным ходом кровля. Кровля корпусов практически закончена, отмечают специалисты. Доделать осталось только спортзал. В ближайшее время в этом корпусе должны закончить бетонные работы и продолжить кровлю. Окончательные работы в здании проведут по фасаду и кровле здания. На данный момент активно ведутся внутренние отделочные работы. Сейчас мы пригласили еще людей, значит, центральных городов России, те, которые будут делать кладку, то есть, вернее, не кладку, а будут делать кафель, значит, плитку, там около 1800 квадратных метров. Вот. Полным ходом работа идет, от графиков не отступаем. В корпусе столовой бригада уже приступила к отделочным работам. Производится штукатурка, стяжка, грунтовка и побелка стен. Со следующей недели начнут укладывать плитку, работать с электрикой. Рабочих для проведения таких работ привезут после 20 апреля. Это связано с затяжными морозами в Магадане. Для проведения внутренних отделочных работ качественно здание должно просохнуть и прогреться. С электроснабжением проблем у строителей нет. Объект новой школы детского сада планируют завершить в срок – в конце сентября этого года.